Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу, как сделать вот такое вот классное видео. А теперь я пройдусь еще раз. Я взяла очки, одела, встала, посмотрела и прошла дальше. А еще в моем видео снялся мой друг. Это известный лайкер, тиктокер и ютубер Club33. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Включаем наше видео и останавливаем в нужном месте. Для того, чтобы сделать скриншот, нужно зажать две кнопки. Кнопку включения телефона и кнопку снижения громкости. И дальше сделаем скриншоты нужных нам поз. А теперь зайдем в PixArt и вырежем наш скриншот. Нажмем на плюсик и выберем наш первый скриншот. Теперь нажмем инструменты и нужно выбрать свободное вырезание. Нажмем на кисточку и обрисуем себя. После того, как мы все разрисуем, нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Также вверху нажимаем «Следующее» и «Сохранить». Проделаем все то же самое со всеми нашими скриншотами. После того, как мы все разрисуем, можем приступать к монтажу. Зайдем в KineMaster, нажмем на плюсик, выберем размер 16:9. Теперь нажмем медиа и добавим наше видео, которое мы снимали. Обрежем спереди ненужную часть и найдем место, где мы делали первый скриншот.
нажмем слой, мультимедиа и выберем наш первый скриншот. Уменьшим его и подставим. Теперь найдем следующее место, где у нас будет скриншот. И также добавим следующий скриншот. Снова нажимаем слой, мультмедиа, фото и выбираем второй скриншот. Уменьшаем до нужного размера и подставляем. И так делаем с каждым нашим скриншотом. Обрежем в видео ненужную заднюю часть и подгоним наши слои до нужного размера. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получается очень круто. Можно сохранить, нажимая на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», пропустить и подождем, пока наше видео сохранится. Вот и все, наше видео готово! Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотри видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера.